Возможный вопрос. Меня интересует, почему украинские солдаты люди здесь, народ, считают, что это как фашист. Ты понял, да? Это российская пропаганда. Но... Я сам в Донецке. Сам Донецк? А почему вы предал народ? Давайте дорогу. Почему вы сам предал ваш народ здесь? Приедьте в Артемовск, поговорите с людьми. Они за Украину. Они недавно были еще под сепаратистами, а сегодня они поддерживают Украину. А кто сепаратист? Сепаратисты, те, которые хотят расколоть Украину. Это значит, что вы можете стрелять здесь мирных жителей? Почему украинские войска стреляют здесь гражданские мирные жители? Мы стреляем только по военным объектам и только в ответ. Это полностью бред. Посмотрите, пожалуйста, военный объект, это улица, настоящий военный объект для украинских властей, который методично уничтожает мирное население Донбасса, осуществляет геноцид, выступает в роли вооруженной силы как карателей, карательная операция в Донецке, захват вооруженной власти. К сожалению, войска Украины, принявшие присягу для верности Украине, поддались перевороту, поддержали военный переворот в стране. На самом деле это предатели, а не офицеры. И кто даже об этом заикается, как должен настоящий офицер взять пистолет, ему даже сдать, достать один патрон и застрелиться, дабы не нести такой позор свой, воинский, и честь офицерскую свою не поганить. Вот так вот я считаю, что произошло в Украине.